Надеюсь, можно. Что, боты? Ну, боты никому же не надо. Я на сову хочу такие. Забирай на сову. Я так понимаю, это Локу, да, отдаётся? Да. На мейн спек. И ГЦ Лок. А ты хотел на хосту Трингу? Да, потасить просто. Я её всё равно выкину нахуй, эту хосту. А зачем ЗКП, нахуй? Я похуй. На сережки, насколько я помню, я еще потом 10% мойсы дам за этот, за пояс. 71-й шмот и сережки, по-моему, это сейчас пиздёшь, я не ошибаюсь. Это нахуй надо, блядь. А посошок? Посох, да? А, я забыл, пардон. Ханту сразу. Это на танка типа. Хан, тебе не надо пофиг? Если ханту не надо, ну тогда он. Хан фиори. Это у меня на успех. Че, покажет что ли, блядь? Он дай нахочу. Понял, ну, ханту, ханту нужен став, у него две одноручки. Ну отдавайте ханту, ему нужнее. Что-то он спит. Мосса, поставь живу светильник. О, хорошо, спасибо. Чё, тут есть кто тактики не знает? Я так понял, половина рейда не знает. Половина. Мне интересно, как вихри будем отталкивать. Ну, можем по тактике, нахуй, нормальные. Как мы всегда... Не знаю, был ты ли. Ну, в угол запираться ж, правильно? Вон в том той дальней, отдай мне ассист. Я дал. Блять, рывок надо. Ну, есть пару очень легких тактик, нахуй. Это с угла, конечно. Ты микстурка поводишь, правда? Либо Мосса может поводить. Да. В кошке легче будет. Это не проблема в этом. Смотри, может сразу быть, что там, где босса танчим в углу, там сразу и ветерки отбиваем. Ага, согласен. Насколько я помню, Тёма говорил, что вы когда-то делали эту тактику. Ага. Ебать, не помогло, нахуй, не могу метку поставить. Поставь дальний угол, нахуй, этот метку. Да я сам логаут делаю, у меня не работал. Ладно, выход из мира сделаю, пока тактику объясняем. Первая фаза у Зул'джина, он дает вертушку. То есть, когда он закрутится, все милики отходят. Только перестал крутиться, опять подходите, бьете. Хилы знают, что делать. Они должны будут дротики прохиливать, которые кидает Зул'джин на первой фазе. Слушай, тогда такой вопрос. Как будем... Вот с одним паладином я точно на второй фазе не диспелил. Ну, мы не продиспелю, я в соло.
Никак. В два паладина диспелилось. То есть диспелили с ДДшников со всех, а хилов и танка не диспелили. Это был Дома и Добрича. Нет. У нас всегда был прист. Нет. Я помню, как-то ты диспелила. Не было такого. Нет, было да. такое, но... она диспелила. Если тебя такого не было, это не значит, что это... Она диспелила сначала с танка, а потом с хилов. Все. А остальные уже как... То есть приоритет был сначала с танков, потом с хилов, остальные... Зачем стояли... с танков, с хилов? Если вторая фаза, она не бьет, должны вы быстро переводить босса. То есть ДДшники танков и хилов бьют. Я говорю за диспел, она диспелила танков и хилов, чтобы их не станило. А потом ну, хотели... Я говорю обратное, здесь танка и хилов не надо диспелить. Танка вторая фаза не прошибает. Хилы тоже, он друид козявку навешает на меня и все. Пусть тоже встанет стоит. Надо с ДДшников диспелить, чтобы они брустили дальше. Ну что, шансон будет либо вместо меня, либо вместо кого-то другого. Пока трэш зачистим. Вы объясните вообще принцип работы этого босса. Первая фаза. Нихуя не делаешь дротики, захиливаешь нахуй, от вертушки убегаешь. Только миликов это считается. Вторая фаза, блядь, мишка нахуй. Есть дебафы, короче. Ситуация какая? Вон, видите, все метку черепа. Все прекрасно видят, думаю, у вас глаза есть. Когда бьем до 61%, РДшники стоят за спиной босса. То есть танк держит его перед черепом, нахуй. Босса самого. До 62% милики уже забегают в череп, становятся нахуй. Когда уже 61%, РДшники тоже забегают и становятся в череп нахуй. Когда 60% уже у босса, это переход на третью фазу. Третья фаза — это ветерки. Каждый хил ваш, каждый кас РДшный, либо другой, будет наносить вам что-то по 5 кдпс или больше дамага в рот. Как у нас это делается? Эти ветерки эвейдятся только на одного человека. Если они сведились на одного человека, у нас все очень просто. Все забегают милики под босса, бьют босса, переводят фазу. Четвертая фаза. Короче, четвертая фаза. Рис. Все забегают, становятся под босса. Босс танчится в центре. Почти на всех фазах он танчится в центре. Становятся под рис. Все, то есть ханты по КД ставят ловушки на змейки. ДК по команде дают бомжей. Маги, там, копии прожимать, т.п., чтобы было больше, короче, остальных мобов, на которые будет вешаться дебафы от рыси. Пятая фаза. Пятая фаза очень сложная, если мы проходим третью на легке. Драти. Драти, драти. Дай пати шансу. Угу. Ну, я думаю, вместо коммуна. Можно меня нахуй выкинуть? Чуть тебе это выкидывать? Давай, шансу вместо меня. Да в смысле, ты тут единственный паладин. Ну и что? Приз будет тоже единственный. Бафни всех перед тем, как выбежь. Ну да, а вот я ДК, меня можно выкинуть. Нужен ДК для этого. Чтоб бомжей давал. Да? Бомжи ДК дают бомжи бомжей. Понятно, блять, вы меня что взяли, чтобы я вам шейное служение давал. Микстурка, дальше объяснишь. Ну, короче, пятая фаза, да, последнюю объясняю. Пятая фаза, это мы все били вот этого огненного, огненную птицу эту, которая шары кидала и т.д. Столбы. Да, тут будут у босса мгновенный каст, буквально там 1.5 секунды кастует, он может секунду от силы. Это огненный столб. Я его линковал в чат. Если что, посмотрите. Он там моментально шотает. Надо... Я вам сейчас покажу. Подождите, моба добьем. Покажу, что надо будет делать. Все, я стою... Угу, спасибо. Вот смотрите, я стою, танчу босса, да, вот бью, например. Надо мной на меня идет каст. 1.5 секунды у меня есть для того, чтобы я вот отпрыгнул на вот такое расстояние. То есть в радиусе 6 метров
бьет этот столб АОЕ по 20 плюс 1000 дамаг. То есть два каста без саппорта. С саппортом, точнее, два каста вас убивает. Без саппорта один каст, получается, вас шотает. Босса я буду вводить по часовой или против часовой, это уже будем смотреть по ситуации. Перед лицом босса никто не должен стоять будет. Будете все бить в бок, в спину, РДД станут как-то по углам. И каждый раз, когда я буду его проводить лицом к вам, РДДшники, будете так же самое перебегать, двигаться. Еще замечу, если ДПС будет в районе 7000, то здесь делать нечего. Ну, если что сказать, я зайду, но я пока в доме. Если будет от кого-то ДПС маленький идти, то будут замены. Тут даже 8000, это так, средненько. Ну, я скажу, моего мага тут вагоном называли, а я вроде... 8,5-9 тут давал. Ну, не надо кикали. Так, как Покрусы по 7000 в 262 шноте. Или Саваш 261-5. Я вообще не понимаю, как он так мало ДПС дает. Я спросила, и в ротации, типа, вроде как все нормально. Пить. Хотя, возможно, он бурстит как долбоеб, или вообще не бурстит. Миксторич, на этом, на фазе вихрей в одну точку сбегаемся или полукругом в рендже? Ну, вы все в череп должны быть на фазе вихрей. Все в череп абсолютно туда в угол забивайтесь. Ну, а я буду уже пытаться забирать вихри от вас и вводить их. Окей. В общем, как получится, не знаю. Так, этот еще на фазе, когда вихри идут от медведя к этому, где мы стоим. Эрдру, ты до этого проходай рейти, желательно этим восстановлением. Потому что во время вихрей хилить нельзя. Ну, вернее, можно, но чуть-чуть. Потому что если начнешь быстро захиливать рейд, ты просто умрешь. Там за каждый карту. Короче, надо пробовать. Сейчас поймем. Мы разбегаемся все на 61%. Я всегда прошу, чтобы мне говорили, когда 63%. За это время я успеваю всех обходить восстановлением и на ходу уже хиливать омоложение. Потому что там хилить нельзя. Где воет? 2 минуты нет уже. Че, можно курануть пока? Не-не, он тут. Давайте все. Пробуем. Я думаю, сейчас пока нет смысла пить сапроты, потому что я уверен, что мы не дойдем сразу. Да я рыбу даже не ставлю, то есть вначале сейчас посмотрим. У нас вечно хотят что-то от меня. Прохил ханта, быстрее, на фул хп, босс выбирает цель, войда, прохил. Вибе, прохил. Шама не захилился, все. Элрея прохил. Войда прохил.
Хан, чуть ближе подойди, я к тебе не достаю диспела масса. Дроид, под жопу стань. Пятьдесят 2% милики, становитесь в угол. РДДшки тоже переходите в угол, забивайтесь, где череп стоит. О. Вот это ебануло. Вот типа вот так вот я все вихри должен на себя вот взять. Но ты сейчас этого типа не сделал. Ну, типа ты видел, они вас луснули. Но это ж пиздец был, тупо ваншот в весь рейд. Они ж никак не забираются, они должны были просто отлететь от вас и в меня, типа. Но они решили вас ударить. Ну, короче, весело вышло. Мне впервые за декаблет шотнуло, что за хуйня. Плохо, нету ни мага, никого. Так бы можно было глыбой отражать. Глыбу встал, откинул на танка. Давайте, наверное, сейчас сделаем небольшую замену. Алиса, ты в танка, я зайду на мага. Я как бы другого не вижу вообще. Нам бомжи на рысь нужны будут. Ну и то правда. Ну тогда я не знаю. Просто давайте бежать в другой угол и все. Сейчас просто получилось, что не все зашли в угол, и поэтому вихри несколько раз очень быстро ударились между людьми именно в угле. Я понял, ты хочешь в самый дальний тот угол, да? Правильно я понимаю? Правый. Просто там, когда в тот угол бежишь, там есть место хотя бы увидеть. Я понял, добро. Сейчас меточку переставлю. Милики, попрошу на первой фазе отбегать от этой, когда он крутится, от крутилки его. Хилы не успевают захилить. И так же самое хилы, возьмите в цель босса. И если он меняет цель, то бишь не меня держит, значит он кидает в того человека дротик. Моментально должны прохиливать. И мы когда с Иршамой хилили с другим, Эрдру и Иршама, мы просто один дротик я подымал быстрым восстановлением, а второй дротик подымал он быстриной. То есть быстриной подымаешь и секунда каст, то есть там есть запас кастануть. Или также быстрым восстановлением, если у тебя весь рейд прохотанный, то сразу быстрым восстановлением восстанавливаешь. Но я дротики поднимал этим... Сейчас скажу.
Если... покровительством природы. Если кинет в рогу, допустим, у роги мало хп, у него останется там 1000-2-3, и оно сразу тикнет, то его убьет. А так, если ты сразу же дашь или быстрину, или быстрое восстановление, там будет у него уже 1007 хп. И это хватит секунды каста, чтобы поднять его. Ну, меня так и убило на прошлый трай дротиком. Че, рыбу поставить, че, пока мы с еще трайнем? Тройнем. Тогда череп в другой угол. Видно было. Секунду, сейчас я переставлю меточку. И когда говорят, надо забиться в угол, то это именно надо в этот момент бежать в угол. Потому что сейчас получилось, не все были в углу, а вихри отталкиваются от всего. От тотемов, от питов. Кстати, питов тоже убирайте, и тотемы тоже. Они отталкиваются от этого. Если один человек хотя бы будет стоять на 2 метра от угла, то просто вихрь будет биться между ним и всей пати. Вот так вот, ту-ду-ду-ду-ду. И убьет всех сразу, вот как было сейчас. А так, по сути, вот если все забились в угол, все в одном фрейме, все вихри, их 4, они по разу ударятся в пати и уйдут к дальнему. И если все делается правильно, там прохиливается очень все легко. Слушай, можем сделать так, Шансунг пусть в точку прыгнет и отобьет все вихри. А если один из них пройдет мимо Шансунга, это будет опять то же самое. Ну, так ты видел, все 4 пошли, луснули рейд. Ну вот, потому, если все стоят в одном фрейме, то они раз ударятся обо всех и уйдут. И если все захватанные, то в принципе это не проблема. И кто может, тот просейвится, там ну, всякие там сейвы, которые 50%, у кого что есть. Ну я свою даю, но она вам особо не помогла. Ладно, давайте чек на готовность, еще раз пробуем. А если тотемы не убрать или питание убрать, то это будет пиздец, потому что он начнется биться в тотемы, возвращаться в угол. Да не, да, хилы не могут пойдет. Прохилить. Не, хилы не скилловые. Да, да, хилы не могут прохилить. Ну нет, тут даже смысла нет за ним быть. Мало его масти. Или 255. 4. Ну вот у Моса хп на 1% упало. Просто, я не знаю. А чё вы бьёте? Вы собираете спить, что ли? Чё? Я не вижу. Да не, я просто смотрю, например, как захил идёт. Десятка быстрее восстановления. Стопайте хил, давайте падаем. Но они долго реагируют, не знаю, на захилку. Плюс еще от вертушки много получают урон. Вот те, кто получают от вертушки, должны получить по шапке.
А то, что долго захиливаете ядро, эта проблема так и решается, что надо просто всех захотать и моментально быстрым поднимать. И потом быстриной. Ну, этот шаман, я так понимаю, быстрину может на каждую из этих, из кинжалов. А у друида 15 секунд в КД, поэтому он не может постоянно, то есть так быстро. ДД спеков хороших у хилов нету. Есть танк. Я бы ДЦ прыгнул бы с щитками, полегче бы было бы вам. Да и исповедь прохилал бы. Мне тут надо вместо этого шамана мастер. Вместо этого друида мосса. И масть, и этого. Царя сюда, царя обезьяна. Так у них всех зол закрыт толку-то. Ну что тут у них закрыто? У меня тоже закрыто. Или шейпера. Ну это сейчас будут долгие 2 часа тут просто вайпов. Не максимум 40 минут, так что... Sorry. Ну, я говорю, хилы должны быть мосса и мастера. И тогда, может быть, что-то можно убить тут. Вместо... Ну, Шама говорит, у него 6к ДПС ЛМ, то есть это уже не годится. Ну да. У него, говорит, ЛМ слабый. Вместо ханта шейпера. Вместо... Здесь позволяется один человек, который дает 8. Все остальные должны давать 9500, 10 и больше. Потому что это будет где-то... 2, не знаю, наверное, секунд 10 до берсы. И то, может, еще и до берсы дойдет. Потому что, говорю, да, Бокрус 7 с копеечками, там, этот, Сова. Ну да, это мы там этих убивали. Мы просто упирались в берсерк. А здесь я смотрю, если честно, что Рога внизу и Хан тоже слабо. Ну, Рога, что он вздыхал, его тупо не захиливал. Рога убивает постоянно ваншотом. А сколько у Роги ХП, сколько у него усилков перебито? Без бафов 28 тысяч, это нормально. Ну что, вы будете звать мастера что-то менять? Потому что так смысла нет убить. Могу перебить в принципе все усилки в стамину. У меня сколько? 112, нет, 28 усилков в силу атаки. Смотрите, если мы сейчас меняем хилов, то кому остается, мы закрываем за. Ну давай посмотрим, у кого за не закрыто. Здесь 5 человек, которым надо за. Хант и все первая пати, кроме меня. Дима, мы с тобой тогда еще, помнишь, 4 часа здесь вайпались? Да, да. Вот, и то же самое было, 5 человек, кому нужен за. Ну, мы не убьем, когда половина рейда не готова. Тут надо максимум 2-3, ну, 3 человека это потолок, и то это третий должен быть вообще богом. Не знаю, потому что 2-2 закрыл. Мастер, царь, вы тут? Не, я в доке, блядь. Ёбаный в рот. Ну танка Дру я не знаю, он не вытанчит. Сколько у тебя ХП танк? Плюс водить на последней фазе, ты ж не знаешь как. Поднимите танка Дру. Рох, нормально, 3-4к ХП тут хватает. Тут не в те проблемы. Ну просто шотает как бы. Нет, тебя не там... шутало, просто не прохиливали дротик. Я смотрел на твое ХП, тебя 2 раза дротиком било. Плюс, тем более, если ты не отбежал и на тебя дротик кинуло, то это шот.
Ну ты же сказал отбегать, я отбегаю. Ну, от вертушки. Ну не всегда получалось у тебя. Это вот когда спит на КД. Здесь вот как еще босса для миликов. То есть держите максимальный рейндж. И тогда удобно отбегать будет. То есть не так впритык, что вы к нему стали и бьете. Он бьется примерно на вот такой тренже. То есть вот меточка синяя, это вот босс. То есть чем дальше стоишь, тем удобнее будет отбегать. Просто надо запоминать эту дистанцию. Мастер, давай заходи царя. Тоже заведи он, царя обезьян. Задум есть, можем задума взять. Мастер в доту играет. Мастер. То, что РДД будет полрейда. Ну, РДД полрейда это третья фаза проблема. Тут получается на самом деле 50, ну как, если будет много РДД, то проблема третья фаза. Если будет кемп милишников, то проблема пятая фаза. Потому что вот ударит луч, кто-то опять замедлится на секунду и да, получит 4 да. человека. То есть тут лучше на самом деле последняя фаза самая геморная. Поэтому чем больше РДД, тем лучше. Когда они там рассосутся и убегать от столба будет один, а не четверо миликов. Ну, смотрите, я могу за мага, мне как бы пофиг, ДК танчить или зайти за мага. Плюс за мага у меня как бы не закрытый квест. Не знаю, кого еще брать? Я РДшку. Не знаю, но хилов стопудово надо менять. Я бы предложила своего хупала, но вы его, скорее всего, не возьмете. Ну если Дима пойдет на мага, то Алиса, ты будешь танчить. Да, другие тактику не знают. Но очень большое количество получается людей, которые не смогут. Ну допустим, да. Вот у тебя получается маг. Два хила должно быть. Нужен хил Эршам. Это мастер, он сидит в доту играет. Друид Мосса будет хилить, и нужен еще один слот, получается. А что ты мне Рела дал? Ну я ДКшкой портуюсь. И еще один слот. А кто? То есть сейчас хилить будет Мосса, так? Ну, я думаю, это лучший вариант. Ну, а мне тогда в шо спекаться? У меня танк только. А мне ачива надо. Ну, понятно, что надо, но ее невозможно сделать 5 человеком сразу. Этот трейд не убьет Луджина этим составом. Ну что поделать?
Раз, раз. Два, два. Так, секундочку. Что, саппорт нужно, да, взять? Угу. Сейчас куплю саппорт. Ну, нужен Эршан. Смотри, сейчас два человека, да, получается, которым закрываем. Кто это? Рога и кто еще? Виби. Рога и Виби. Лок. Давай я магом тогда Шану берите. Шану. Я магом не буду. То есть задумки подамажит. Ну, сейчас все от танка будет зависеть. От меня как бы ничего особо. Пятая фаза. Хотя вам ветерки надо отбить. Я бы в куполе отбил. Ну, не знаю. Не знаю. Ты тут, мастер? Да. Чё, зайдёшь от Шамы из Луджина? Блядь, я что с доти только начал играть? Да... Ну, капец. Это... А чё у вас там? Ну, шейпер там засыпает, там... Тот шаман не вывозит мосс в хил аспект, мы тогда и переврали. Чё, зайдёшь или не зайдёшь? Пока нет. А через сколько зайди сможешь? Ну, минут 20, если нормально катка зайдет. Ну ладно, пока пару трайв дадим. Ну чё, я думаю, так надо попробовать. Ты не перешел к ним. А. ШП, не? Ну чё, я думаю, так надо попробовать. Да, я ШП, думочка. Ставь шкаф, Виби. Не, мне кажется, тут армсом повеселее будет. Где вы все? Виби, ставь шкаф. Че там, танкодром можно тогда ливать? Ты пока, ну, не ливай, протонись, чтоб ты с рейда не покидал рейд. Мы Шами с Рогой сейчас делаем, да, доступ? И Локо еще. Этот Зулжин на что надо? В Геру проход, ЦЛК 25. ВРС. Не, ВРС нужен только. ВРС только для Гера. И то лич нужен набитый или кто там. А там только проф, то есть. Ну, сейчас так пробнем, посмотрим, что ты. Сейчас, погодите, я переоденусь. Что, саппорты нужны или что? Да, да, надо. Ну, блин, я не знаю, даже ВБВ нету. Кидай трейд мне, Шансонгу. Мосса, сейчас посмотришь, как с шаманом тебе. Если тяжело, то мастер зайдет, он там минут через 15-20 зайдет. Пару трайв дадим сейчас. Чё, сейчас тебе ассиста дам. Или Релла. Релла дал там, чекай.
Что по СС-ам, могу рыбу поставить, если надо. Ну, один СС на Мосу точно. А второй, я думаю, ну самый такой, чтоб челик. Ну, я думаю, на мага. Нету мага, глыба. На Лока. Но на какого? На себя кидай. Виби на Мосу. Понятно. На Мосу, да. Ну, если на вихре сдохну, что лестничься сразу. На рыба. Так, убери всех в восьмую пакет, чтобы на хилботе его висели. Та виби на Мосу. Там ДНР берет. Только у нас на пул моментально папа. Давайте, во фросте я буду агрорвать. Войт, мне на хп, на АП орать. На АП, я на хп. Давай. Сейчас. Так, свитком. Свиток есть у кого-то? А, у нас же есть. Аминь. Так, а ветерок кто у нас отбивать будет? Я глыбой буду. Ага. Ну давайте определим. Ага, в трусы будем, да, прыгать? В угол. Стамину бахнуть еще. На, в трусы берите. Эх, сейчас бы турбу еще. Почему огурцы не берутся? А, релод сделай, багается. Это, в принципе, не сдох. Ну, релод помогает. А, не тут магом локом нужно. Сейчас. Ну чё там? Готовы. Давай, агри. Ого. Нехило пробивает. Сколько процентов? 83. Под жопу все. В одну точку. Ой, что ты хотел? Это у меня гости были, я не мог ответить. Настрай. На силу атаки крик. Скажите, когда 63%.
почему паралич не диспелит? Я диспелил, он не, блять, он не попадает. Все 4 мусора. Все 3. Сейчас ветерок Велики будет, или рысь? Отходим в угол, серп, да и мили. Треугольник. Побежали. Приводите быстро. Все прожимки. Сразу ж не бить, не? Бля. Не, не бить. Отлетели. Ну. Походу, нет. Тотемов там не стоит в центре? Я смотрю, там тотемы стоят. А почему они стоят? Моса мертв, давайте падаем, не тянем время. Во-первых, почему тотемы? Во-вторых, почему, блять, во время боя кто-то ливает и из рейда? У меня багается от хилбов. Ну это хам, я уже об этом говорил, что убирайте тотемы, убирайте питов. Убирайте да, питов. Я питомца убрал, Димон тоже убирает этого своего элементаля. Сейчас обдолжу. Ну, шаману не сказать, он не сделает, он не хилил просто тут. И не слушал, наверное, что в Лисе говорят по тотемы, да? Ну, ветерки вроде бы все отлетели от глыбы. Они все изначально отлетели, все было тотем. Четко. Но они полетели в тотемы. И от тотемы тотем, полетели обратно да. В рейд. Теперь услышал. Ну, вот, конечно, когда люди рассказывают тактику, зачем слушать. Лучше вайпнуться и потом послушать. Есть живс у кого-то? Нету. А мама? У кого-то вроде. Думаю, у тебя маунт есть же, мамонт. Буду починюсь тогда. Тупо сдохли из этой темы. Там все легко убивается, ДПСа до жопы. А кто вас собирает в вихре? Кого собирает? Ну, в вихре эти. Эвинар, ДК. Починился? Тыкайте на шнапки. Тут Дживс еще в Долоране стоит, классно. Прихвати с собой. В кармашек. Было бы так можно. Лисять на него сверху. Ты коровой не станешь, ты станешь раком. Ванзая, сколько у тебя РПБ? Сейчас кап. Что-то по ДПСу. Да я пока в эту в ротацию армсов включаюсь. Непривычно просто прыгать туда-сюда. Неделю не играл.
что, на вихрях, если все нормально, я и на себя сейчас повешу виби, если что там на мост. Как раз откатится. Нормально будет. Касочку дайте. Кто каску давал, дайте каску 8%. Я пока не могу использовать эту способность. Все готовы, если что. Под жопку все. Проанонсите, когда там пэтов отпускать тотем. Два побежали. Это тоже уже. Не успели. Тотемы убираем, не забываем. Ровно в угол встали. Вот захиливаем быстрее. На него полетели все. Я не вижу, я в куполе, в глыбе своей. За Эвинар, по-моему, все. Только в вихре не стукнитесь, пожалуйста. Меньше ДПС вид. Стопаните. Тут только милики перевели. Так, по-моему, агро на мне, не? Да тут без разницы агро. Понятно. Не очкуй.
Ты же убивал вроде. Что, Виби, вешай на мосту, сесть, я на себя как раз пока не костюм особо. Хотелось пойти. Ну он-то меня больше убивал, чем я его. И чё, какой там у вас трай? Дорожка. По ДПС идем почти в третир. Там на 40 же, да? Переходим. Да. Было, мне кажется, переводим. Нормально. Сорок процентов. Готовься, босса, чтобы забирать. Забирай, забирай. Под все под босс. Голема вызывай. Войск. В чем? Заэвейдился. На ком? Все, он заэвейдился. На пэтах. Все, отлично. Да сука. Балкайтесь еще раз. Все на всех есть, все бабки чекнуть. Виби, поставь порт. Шамана забафуйте. По шаману дайте бафы, стаминку. Но у меня сейчас КД, ни бурстов, ничего не будет. Ничего страшного. Мы ж вроде до берсы успеваем. С головой успевали. 4 минуты 40. Ну так под... даже чуть больше, чем 4 минуты 40% у нас было. Ну, еще я. Вы же видите, там РДДшники не дамажат почти в этой фазе, поэтому там ДПС маленький. Давайте активнее. Мосса упал, все. У него сейчас был. Шаман, пожалуйста, реагируй быстрее. Ну что это? Ну значит падайте. Шамик, поставь Зулджина, как запомни цель. Как только он меняет цель, кроме танка, другую, значит того человека надо прохиливать. Тут мастер? Да, у меня еще игра. Сколько? Блять, я не знаю. Она затянулась дольше, чем я ждал.